DVD-плеер нужен всем, то мы просто проводим жребий. И у нас вот самый маленький вот мальчик вытянет бумажку. Митя, ты вытянешь? Или мы будем независимого эксперта выбирать. Так, значит, давайте так, доверяете ли вы Дмитрию принять решение? А? Доверяете? Доверяете. Устами младенца глаголит истина. Мы для вас, вообще для всех семей, кто пришел, подготовили анкеты. Анкеты здесь написаны, да или нет, потому что мы как спонсоры мероприятия, нам интересно ваше отношение к нашей косметике. Это мамочкам надо дать. Да или нет, просто обводите кружочком. Внизу пишите свою фамилию, контактный телефон, и мы кладем вот эти две анкеты перед Дмитрием, и какой анкеты он дотронется, та анкета и победит. Договорились так? Потому что если в эту бросать в сумочку, так, значит, там заполняйте коллегиально, можете всей семьей. Ну, а второй семье тогда достанется кофеварка. А вы бы какой отдали фотографии? Вот, ну, за свою не голосуем, вот за какую фотографию вы голосовали, если не за свою? Седьмая, да? Ну, за своих родственников. За племянницу. Понятно. Да, прикольно. А вам шестая понравилась, да? Значит, итак, ну что ж, значит, анкеты заполнили. Так, нужно повернуть их. Там точно перемешаны, да? Да. Отвернись. Не подсматривай, да, не подсматривай. Митя, от тебя зависит. Ну, давайте. Какую он возьмет? Рядышко обе одинаково поставь. Какую? Бери, возьми, это тебе. Убирай, не бойся. Бери бумажку. Бери какую-нибудь. А вы ему положите? Держи. Ручка. Ручку надо убрать. Ирина, бери бумажку. Бумажку. Возьми, какую хочешь. Все. Давайте огласим вердикт. Да, Митя, ты в историю вошел. Как мастер. Сначала завалил. Можно? Поломошного. Себя выиграл. Поломошного выигрывает DVD-плеер. Я думаю, что вторая семья у нас не останется обиженной. Да? Вручайте, пожалуйста, DVD-плеер. Сегодня мы вручим еще один подарок. Итак, мы вручаем вам DVD-плеер. Митя, держи. Держи, Митя. Раз уж ты такой у нас счастливый, на руку, это вот тебе место бумажки. Не бойся. Я тут не знаком. Маме давай. Маме. Итак, Мария, поздравляю вас. Так, и тогда семье, которая заняла второе место, мы дарим вот такую замечательную кофеварку. Не знаю, есть она у вас дома или нет. Пусть будет. Есть унитакая. На даче есть будет. Есть унитакая. У вас, наверное, кофемашина, да? Нет, да. Кофеварка, да? В общем, пусть у вас будет две. Одна для мамы, другая для папы. Нет, а детям чего? А детям кофе пить нельзя. А детям? А детям? Что мы подарим сегодня детям? Давайте я вам подарю кремы для рук. Хорошо? Да. Да? Значит, девочкам кремы для рук. Девочкам кремы для рук. А вот мальчику, зубную щетку. Мальчику. А мальчику зубную щетку. А нет, зубная щетка это большая. А мальчику мы подарим мужское мыло. А, точно. Вот. Так, это. Так, это тебе. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Это вам. Спасибо. А вот совсем маленькому, тогда, наверное, мы. У нас где-то здесь было для маленьких. Сейчас, подожди. Совсем для маленьких, а вот крем для тела или вот этот вот шампунь для слез. Сколько ребенку-то? Можно шампунь. Шампунь нормально будет. Вот этот шампунь, он идет от 0 до 3 лет. Он идет без слез, поэтому вы можете пользоваться смело, плакать он не будет. Вот это вам. Так, это вам. Сейчас общую фотографию сделаем все вместе. Значит, затем мы возьмем у вас мини-интервью, не разбегайтесь, хорошо? И сфотографируем каждую семью отдельно. Это нам нужно для отчета выложить, что действительно подарки подарены.